Всем привет, с вами я Компон. Сегодня я вам покажу, как, собственно, обойти вирус доброта. Если что, я переустановлю Windows, если что-то не получится. Ну что ж, открываем этот вирус. Сразу говорю, закрывайте уши. Закрывайте уши, он очень громкий. Хотя, не буду вас, собственно, мучить, поэтому я выключу динамики, чтобы не было слышно. И запусти в любом случае. Да. Сразу заходим. Настройки. Обновление и безопасность. Восстановление. Стоп, а чем у меня он не запускается? Проблема в том, что антивирусник сам врубился, когда обнаружен был вирус. Поэтому не думайте, то, что я забыл его выключить. Вот. Все. Опа. Ребят, пошло. Заходим. Восстановление. И... Да, все, мы смогли, ребят, мы смогли туда войти. Сейчас нам придется войти, мы, собственно, туда, все. Мы, собственно, смотрите, как обойти нам этот, собственно, вирус. Сразу в доброта, смотрите, как вы запускаете доброту, ну, то есть у вас запускается доброта. Быстренько заходите в параметры, сейчас я вам покажу это на Windows 11. Короче, Давид не показал, как войти нормально. В этот в параметры там как сделать это восстановление с просвинды, поэтому я сейчас свой футаж покажу. Ну так, значит, вот заходим в параметры, впуск параметра, вот заходим в раздел система и заходим в раздел восстановление, и здесь уже видим раздел расширенный запуск, и на него кликаем. Вы перезагружаетесь, и у вас уже появляется окно, как Windows 10. Ну, как там Давид показывал. И мы попали в режим восстановления. Теперь заходим в поиски и устранение неполадок. Дополнительные параметры. И вот, собственно... Да, уточню один момент. Я вам настоятельно рекомендую сносить полностью Windows, как это покажет сейчас Давид. Потому что сначала он попытался восстановить систему с помощью точки восстановления, но вирус может остаться при таком раскладе. Поэтому я вам советую полностью сносить Windows. Вот. Да, вирус может остаться в вашем Windows. Но поймите, ребята, не надо сразу брать и переустанавливать Windows. Вы сначала убедитесь, что в вашем Windows точно есть и оставшийся в прошлом случае вирус. Если так и есть, вы подозреваете это, не томите, просто возьмите, переустановите винду. Вот. Отмена. Поиск устранения неполадок. Если вам не трудно, то можете даже вот так вот зайти. Дальше, далее. А, здесь нету. Если у вас тоже здесь нету, то сразу говорю, не томите. Нажимайте «Вернуть в исходное состояние». Удалить все личные программы. И вот, загрузить локальная переустановка. Так. Просто удалить мои файлы. Все, просто удалить мои файлы. Подготовка. Все, ребята, мы сейчас обходим, собственно, вирус доброта. Я просто успел нажать кнопку восстановления. Ну, то есть, чтобы я пришел в режим восстановления. Да, вернуть компьютер в исходное состояние. Все, ребята. И ждем, когда наша винда, собственно, загрузится. И потом мы получим винду. Поэтому включу запись, как только винда... возвращение компьютера в исходное состояние загрузится. Хотя... я не буду отключать... Ладно, продолжаем.
Вот и у нас Windows грузится. Идет подготовка Windows. Вот мы получаем Windows. Теперь мы можем спокойно заходить в наш Windows. Входим. И вот и все. И мы обошли вирус. Да, брата. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Ждите следующего ролика. Всем удачи, всем пока.